Thank you.
Последний вражеский город повержен. Мы победили! Все-таки охота уже сюда напасть. Я вот не помню, будет ли он возрождаться здесь. Наверное, будет. Осколки заразы. Андромалек когда-то был в числе самых могучих воинов, наверное, Алинов, но был изгнан сюда. В своем стремлении уничтожить темных Алинов он начал экспериментировать с их силами, что считается непростительным среди его соотечественников. По словам Ари, искать его здесь – бесплодная затея, но я не согласен. Нам нужны все союзники, каких мы можем найти. А особенно те, кто так хорошо знает нашего врага. Местный хранитель Андромелек полностью во власти темных Алинов и выполняет все их приказы. Мы снова должны найти и уничтожить корень этого зла.
Так, найти какого-то ученого. Но основное задание здесь 5 логовищ уничтожить.
Thank you.
Yeah.
На вершине этой горы есть здание Винчи. Может быть, стоит подняться туда и осмотреть их?
Здравствуйте, странники. Не могли бы вы помочь мне разгадать одну тайну? Я уже много лет изучаю эту пустыню, но есть тут один зверь, которого я боюсь. Саламандра. Не могли бы вы изловить один экземпляр и привезти мне? Наконец-то я проникну в тайны. Впрочем, это не важно. Я сейчас займусь этим экземпляром, а вы, если хотите, можете пока воспользоваться моим телескопом. Крысы! Только мой механический воин может извлечь из этой твари железы, которые мне нужны. Но я уже несколько дней его не видел. Не могли бы вы разыскать его и привести ко мне? Yeah.
Thank you.
Пора начинать операцию. А вы пока можете воспользоваться моей счетной машиной.
Мы взяли человека, который не полностью попал под действие заразы. Магия Арри помогла освободить его разум. Мы убедили его, что если кто-то и может победить темных Алинов, это мы. Он поклялся, что будет сражаться за свободу своей страны вместе с нами. Thank you.